13 команд городских школ участвуют в турнире по мини-футболу на призы главы администрации Заречного. Состязания проводятся в двух возрастных группах. Отдельно соревнуются ученики первых, вторых и третьих, четвертых классов. У нас тут дети играют начальных классов, тренера детско-спортивной школы набирают из школьников группы в спортивную подготовку. То есть у нас уже группа начальной подготовки тут формируется. Многие дети уже занимаются. То есть несколько школ у нас тут будет лидеров, в которых дети уже не первый год занимаются футболом. По накалу борьбы и эмоциям игры юных спортсменов ничем не уступали состязаниям профессионалов. В каждом матче были быстрые контратаки, красивые пасы и эффектные голы. Руслан Максутов, нападающий сборной школы 222, уже не первый год занимается в секции футбола. И соревнования такого плана мальчишки только в радость, так как можно лишний раз показать свое мастерство на поле и получить хороший соревновательный опыт. Также Руслан во время матча подсказывает своим товарищам, как действовать в различных игровых ситуациях. Мы говорим друг другу, что отдавали пасы. Иногда поднимаем руки, чтобы увидеть, когда стоит игрок наш за игроком чужого. А чем тебе нравится вообще игра в футбол? Это весело, спортивно. Хочу стать знаменитым футболистом. Команды сейчас играют в группах. Две лучшие сборные из каждой выйдут в финал. Подводить итоги турнира по мини-футболу на призы главы администрации Заречного и награждать победителей будут на большом празднике футбола, который состоится в конце мая. Дмитрий Балясников, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».